Вам в июле исполнилось, у вас юбилей, 60 лет. Правила жизни — это слишком банально, но, допустим, какие-нибудь три такие вывода, которые вы сделали вот к сегодняшнему дню, к сегодняшнему возрасту, а жизни в целом? Самое страшное, наверное, в отношении человека — это предательство. Предательство, которое, ну, всегда это происходит достаточно, практически неожиданно, всегда. И человек не всегда к этому готов. Если он просчитывает возможный вариант такого исхода дела, то и он готов к этому, то это может считать не предательство, а, так сказать, такая вполне прогнозируемая история. Я говорю о предательстве, которое происходит внезапно, со спины, от людей, от которых ты это не ожидаешь, предположим, которым ты доверял. Вот один из, наверное, выводов такой: не предай. Профессия давлеет над твоим существом. Если ей серьезно заниматься, то она практически тебя поглощает целиком. То есть и ты, и человеческие качества твои тоже, они поглощены работой. И ты распространяешь свои человеческие взаимоотношения в большей части в объеме работы. Слава Богу, у нас такая великая профессия, которая позволяет столько раз встречаться с людьми. Ну, я не знаю других таких профессий. И, конечно, существуют великие дипломаты, которые по всему своей профессии сталкиваются. А? Журналисты. Журналисты. Но журналисты, вы выбираете себе жертву, понимаете? Выбираете себе жертву, да. А здесь актерство, оно не выбирает себе жертву. То есть ты волей-неволей, ты должен общаться. Нравится тебе это, не нравится тебе это, но профессия обязывает, ля-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